Ты что, никогда этого не ела? Нет, но видела по телевизору. Дай попробовать. Нет. Да. Она даже не знает, что я поменяла фамилию и адрес. Нет, нет, она меня не найдет. Не найдет. Она чиста, как ангел, хоть и много страдала. Ты нашел в ней сокровище. А она в тебе свет, который озарит ее путь. Я полюблю лишь такого, как папа, который будет любить меня вечно, как он тебя. И даже не смотреть в сторону других женщин, кроме жены. Ну как? Массаж в маникюре очень важен. Неужели кто-то посмел поднять на тебя руку? Кажется, настало время открыть тебе правду. Это будет честно и справедливо. Я расскажу тебе все, что со мной случилось, чтобы ты понял, кто я и почему я здесь. Тебе это необходимо? Нет, тебе. Ты готов рисковать своей жизнью ради меня? Даниэль, я даже не надеялась встретить такого, как ты. Я тоже, Гваделупе. А теперь я все сделаю, чтобы ты забыла свое горе. Я вижу. Я верю. Твои поцелуи не лгут, как и слова. Глаза. Именно поэтому я хочу тебе открыться. А потом ты можешь меня возненавидеть. Лучше презрение, чем обвинение в обмане, во лжи, фальши. Ты уверена, что твое признание не разлучит нас? Я не знаю. Может, оно пробудит нас ото сна. Я не хочу идти дальше путем обмана. Я буду с тобой откровенной. Я все тебе расскажу. Все. Нет. Меня нельзя арестовывать. Можно. Минутку, я вам все объясню. Все объяснения в участке. Я адвокат. У меня есть разрешение на оружие. Это была самооборона. Уверяю вас. Что вы хотите на меня навешать? Что? Что? Дженнифер, помолчи, хватит. Рудольфо, спаси меня, ты мой адвокат. Вы ее адвокат? Мы вместе приехали. Да, чтобы разыскать моего жениха. И разыскали. Но нам не дали увидеть ни его, ни его девицу на одну ночь. Какую-то Гваделупе. Новую пассию Даниэля зовут Гваделупе. Ты считаешь, что это ненадолго? Я знаю его невесту. Дженнифер. Девушку из хорошей семьи. Они встречаются 3 года. Видимо, они поссорились, и Даниэль решил отдохнуть от нее. А по дороге встретил новую подружку. Росалия, я же вижу, что тебя беспокоит вовсе не это. Тебя пугает имя. Признайся. Это имя преследует меня. Это имя носит святая, и ты посещаешь ее церковь. Пусть святая меня простит. Я верю в ее христианское смирение.
Но не могу смириться, когда в миру слышу это имя. Особенно сейчас, когда та Гваделупе, убийца моего сына, сбежала из тюрьмы. Спасибо, Росалия. Росалия, я твой старый и верный друг. И сейчас говорю не как священнослужитель, а как простой человек. Я знаю, что ты скажешь. Нет, послушай. 15 лет назад юная провинциалка убила твоего сына. Я знаю, как ты его любила и почему. Но Эрнеста не вернешь. Твоя ненависть к девушке убивает тебя и твоего второго сына. Не проси меня о прощении. Не теряй время. Прости ее, Росалия. Прости. Нет, ни за что. Она-то жива. Она на свободе. А мой сын лежит в земле. Ей нет прощения. Кем бы она ни прикидывалась, где бы она ни скрывалась, Гваделупе Сантес заплатит за гибель моего Эрнесто. Мне все равно. Слушай. Мой отец умер, когда я родилась. Меня вырастили мать и сестра. Мы жили в бедности. Моя мама — это единственный человек, которого я вспоминаю с любовью и нежностью. Единственный. Единственный? Да. У меня столько разных воспоминаний, но все темные. Тогда не рассказывай. Я должна. Я же вижу, как тебе больно. Мне станет легче. Мы придумаем новые воспоминания. Нет. Сначала выслушай. Дай мне облегчить душу. Сначала я тебя поцелую. Да не. Даниэль. Что? Ты мое самое прекрасное приключение. Я полюбила тебя. И если нам суждено расстаться, то лучше сейчас. Гваделупе. Нас ничто не разлучит. Это ты скажешь потом, когда узнаешь правду обо мне. Власти вернули в тюрьму подавляющее большинство заключенных. В бегах числятся Исабель Трухильо, Сури Лопес, Адонари Канеско, Игнасия Вергада по кличке Нача и Гваделупе Сантос. Гваделупе. Мама, я не могу дозвониться. Что-то не так? Все хорошо. Ты опять ворвалась без стука. Прости, но я... У папы включен автоответчик. Посмотри на часы. Посмотри. Неужели он так задержался в салоне? Позвони, Сильвио. Да, зря я отпустила его без шофера.
Панчо, это вы? Что-то случилось? Случилось. У меня сломалась машина. Я вызвала эвакуатор. Это не беда. Со мной это часто бывает. Как минимум раз в месяц. Эвакуатор, потом ремонт. Так я никогда не накоплю на новую машину. Панчо, ты меня не подвезешь? Я тороплюсь. Пожалуйста, это недалеко отсюда. Ну ладно, садись. Спасибо. Ты меня просто спас. Иначе мне бы пришлось потратиться на такси. Кошмар. Шикарная тачка. Все наши соседи умрут от зависти, увидев меня с тобой. Куда едем? Прости, я заболталась. Это все от нервов. Поезжай прямо, потом налево. Ничего, что мы на «ты». Ты не против? Нет. Нет, ничуть. Я обращаюсь на «вы» только к старикам. А ты еще молодой. Хотя зрелый и мудрый. Как говорится, в расцвете сил. Мой муж еще у вас? Нет, сеньора. Дон Панчо давно ушел. Помчался домой. А что? Ничего, Сильвио, спасибо. Папа еще там? Он давно выехал домой. Странно, что его еще нет. Простите. Я слушаю. Это телефон хозяина. Он был в зале. Вот почему папа не отвечает. Он скоро приедет. Он давно должен быть здесь. Звонил Рудольфо с новостями. Он нашел Даниэля. Да, с этой девицей. Дженнифер их видела. Когда он позвонил, еще нет. Я опасаюсь, что у них неприятности. Дженнифер напилась до полусмерти в каком-то притоне и разбушевалась. Дженнифер напилась? Да, насколько я поняла, ваша хваленая Дженнифер оказалась отнюдь не рафинированной барышней. Это все выдумки Рудольфа. Она пришлась ему не по душе. Не защищай ее. Судя по словам Рудольфа, эта девица устроила побоище с поножовщиной и стрельбой и проведет ночь в полиции. Ты уверена? Рудольфа нам позвонит. Но теперь я понимаю, почему Даниэль сбежал какой-то Гваделупе. С меня довольно. Разговор окончен. Пожалуйста, Даниэль. Не проси. У каждого из нас есть свои тайны. Я тоже страдал. Мучился от непонимания. Но не так, как я. Ты уверена? Гваделупе, что бы там ни было в прошлом, давай все забудем. Можно подумать, это просто. Давай попробуем. Почему ты упорствуешь? Почему? Ладно. Я попробую. Объяснить. Гваделупе, я боюсь, что это нас разлучит. Любовь моя. Я начал жить сегодня. Когда прикоснулся к тебе. Поцеловал. Обнял. Я потерял не только разум. Ты лишила меня слуха, зрения, осязания. Потом ты первый обвинишь меня в том, что я... Никогда. Даю слово, я никогда не стану расспрашивать тебя о твоем прошлом. Любовь моя. Ты родилась вчера. Как и я. И как наша любовь.
Остальное не важно. Ты в этом уверен? На все 100. Завтра же мы с тобой обвенчаемся. Правда? Даниэль, я люблю тебя. Люблю. Будь моей. Я и так твоя. Я твоя навсегда. Страсти. Габриэла Спаник. Маурисио Ислас. Габриэла Роэль. Даниэль Луго. Рикардо Далмачи. Зулли Монтеро. Диана Кихано. Мариселла Гонсалес и Хенесис Родригес в роли Либертат. Операторы Хуан Пабло Пуэнтес и Игнасио Гонсалес. Режиссеры Николас де Бласи и Леонардо Арангибель. Продюсер Хосе Висенте Щорин. Прости. Ты меня отвергаешь? Нет. Дело не в тебе. А в чем? Мы собирались поговорить. Ладно, не поговорить. Забыть. Забыть навсегда. Что забыть? Прости, Гваделупе. Я обещал, что не буду задавать вопросов, но... не сдержался. Даниэль. Я понял, что кто-то тебя сильно ранил. У тебя осталась боль и обида на какого-то мужчину. Пожалуйста, не грусти. Моя любовь излечит твои раны. Я буду держать тебя в объятиях. Пока этот мерзавец не исчезнет из твоей памяти. Спасибо, Даниэль. Даниэль, я
Не знала настоящих мужчин, пока не появился ты. Я словно этот цветок, нежный, но заурядный. Ничего особенного. Даниэль, мне нечего тебе предложить, кроме своей любви. Это так мало. Мало? Гваделупа, ты особенная. И ты для меня все. Правда? Я ждал тебя всю жизнь. Я грезил тобой. Поклянись. Клянусь. Клянусь. Я люблю тебя. Повтори. Люблю, 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 люблю. Спасибо за подарок. А что я? Ты тоже меня одарила. Как? Ты это забыла? Идем отдыхать. Ты готов спать на полу? Лишь бы ты была рядом. Даниэль? Родольфо? Простите, где взять воды? Нигде, все закрыто. Я принесу вам с кухни. Не волнуйтесь. Какой номер? Вот этот. Скорее бы убраться отсюда. Где же Гваделупе? Гваделупе, иди в номер, я тебя догоню. Почему? Кто это? Это старый друг нашей семьи. Ты испугался? Я много лет его не видел и не узнал. Он адвокат. Кстати, он сможет тебе помочь? Нет. Он не внушает доверия. Как и все адвокаты. Это профессиональное. Иди. И ничего не бойся. Точно? Точно. Будь осторожен. Жди меня. Красавица, тебе повезло. Родольфо, ты здесь по приказу моей матери? Верно. По ее приказу. Она отправила меня за тобой. За мной? С чего бы это? Нашли машину, которую ты снял, а в ней пятна крови. Твоя мама перепугалась, подняла свои связи и узнала, где ты. Ясно. Значит, перепугалась? Да. Особенно, когда ей сообщили, что ты живешь в гостинице вместе с женой.
Она уже в курсе? Так это правда. Вы поженились? Нет, пока что Гваделупа не жена мне. Пока. Пока. Радольфо, мы с ней. Это долгая история. Завтра у нас свадьба. Даниэль, я боюсь, что это невозможно. Я заберу. Я принесла чистые полотенца. Спасибо. Если что-то понадобится, зовите. Добрый вечер. Я поставила вам свежие цветы. Спасибо, вы очень любезны. Гваделупе. Гваделупе. Нача. Как я переживала. Как ты? Как попала в этот отель? Со мной столько всего было. Ты не поверишь. Идем ко мне. Все расскажешь. Идем. Тебя ждут неприятности. Не только твоя мать в курсе, что ты здесь. Причем не один. А кто еще? Вчера к нам явилась твоя невеста. Некая Дженнифер. Дженнифер? А что ей там понадобилось? Не там. Дженнифер здесь. Здесь? Мы прилетели вместе. Ее не пустили к тебе в номер, и она напилась и разгромила бар. Черт. Она опять за свое. Радольфо, где ее найти? В полиции. Она сквернословит и клянется выцарапать глаза твоей будущей жене. Только Даниэля можно было послать на поиски папы. Что же с ним случилось? Мама, ты меня слушаешь? Я пытаюсь сосредоточиться. От салона до дома 10 минут. А его нет уже почти час. Едем за ним. Кабо. Нет, я сбегаю за ним, а ты иди к машине. Вдруг с папой что-то случилось? Господи. Я предчувствую беду. Почему? Я живу с мамой, бабушкой и сестренкой. Мы с мамой всех содержим. У каждой по две работы. Две работы? Трудно тебе. Да. Я мечтала стать моделью или актрисой. Представь себе. Я хожу по подиуму или играю в кино. Но для этого надо купить красивую одежду, заплатить фотографу, стилисту. А это большие расходы. Моя сестра учится в медицинском, и нам с мамой приходится зарабатывать ей на учебу. А папа? Нет. Это закрытая тема в нашей семье, как говорится. Об ушедших ни слова. Мой дом тут, рядом. Я бы не сказал, что это рядом. Панчо, не смейся. Не так уж это и далеко. Бывает и хуже. Ой, я забыла. Ты же торопишься. Наверняка твоя жена волнуется. Волнуется, что тебя долго нет дома. Она наверняка мне звонит, а я потерял свой телефон. Теперь направо. Тут живут, в общем, небогатые люди. Зато славные, не скандальные. Кажется, что-то случилось. Там скорая стоит. Это же мой дом, бабушка. Панчо, пожалуйста, не уезжай, не оставляй меня одну.
Пожалуйста, Панчо. Да, да. Лулу верно передала вам мои слова. Я пытаюсь вызволить ее из полиции. Где Даниэль? Он согласился встретиться с Дженнифер. А его девица? Она не в курсе. Даниэль отослал ее в гостиницу. Кто она? Я могу узнать. Узнай. Кто она? Откуда? Чем занимается? Только втайне от Даниэля. Спасибо вам. Ты опять? И не пытайся даже. За что ты так со мной? Когда ты успел жениться? Ты выходишь замуж? У тебя нет мозгов, детка. Нет. Ты, наверное, шутишь. Нет, это вовсе не шутка. У нас все серьезно. Неужели? И кто наш будущий муж? Я знала. Знала, что ты будешь ругаться. Не понимаю, как все вышло. Так быстро, так красиво, так романтично. Лупита? Я, можно сказать, чуть не погибла, но худшее впереди. Ты меня слышишь? Нача, подруга, послушай. Его зовут? Даниэль Манкада. Он вытащил меня из болота. Обогрел, и мы... Нет, погоди. Все как у меня. Какой-то парень притащил меня сюда. Но это не любовь. Это деньги. Бабки. Капуста. Они этим живут. Детка, что он тебе наплел? Лупита, он тебя соблазнял? Нет. Он не такой. Даниэль милый. Чудесный. Ты меня извини, но тебе этого не понять. Это ты не хочешь понять. Мы в бегах, у нас на хвосте полиция. И это твой последний шанс спастись. Если нас поймают, ты никогда не увидишь свою дочь. Теперь усвоила? Никогда. Так что? Ты больше не желаешь видеть свою дочь? Может, твоя сестра поможет тебе спрятаться? А ты думаешь о Даниэле? Нача! Бога ради! Что я видела? И вдруг появился он. Мужчина, не похожий на всех, кого я знала раньше. Он спас меня. Он рисковал жизнью ради меня. Он оберегает меня, защищает. Мне никто и никогда не говорил о любви. Гвадалупе, все мужчины так говорят. Получают свое и исчезают. Нет. Нет. Даниэль не такой. Нача, я же не дурочка. Я чувствую, это настоящее. Лупита, прости, я не хотела тебя обидеть. Ты действительно влюблена?
Нет, не извиняйся. Я уеду с ним. Мы поженимся. Это факт. Постой, постой, не спеши. Может, вы и поженитесь, и все такое. А он знает, что ты сбежала из тюрьмы. Что сидела за убийство. Я хотела ему признаться, но он остановил меня. Ах, он остановил. Он поклялся, что нас ничто не разлучит. Значит, ничто вас не разлучит. Радость моя. Беги. Выходи из-за него. А потом ты попадешься. И что тогда? Что? Вас посадят обоих. Ты этого хочешь, да? Да? Нет. Нет. Лупе! Лупита! Стой! Открой дверь! Лупита, открой дверь! Открой! Я лишь недавно встретил Гваделупе, а не привез с собой. Да, мы с тобой любили друг друга, но это в прошлом. Даниэль, я уж подумала, что у тебя с ней все серьезно. Более чем. Конечно. Ты сразу же потащил ее в мотель под видом своей жены. Даниэль, ты же не дурак, чтобы жениться на девице, которая тут же бежит за тобой в номера. Думай, что хочешь. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Уйдем отсюда. Я приму душ, отосплюсь. А в Майами продолжу лечение. Сегодня тебя отсюда не выпустят. Да. А лечение ты продолжишь не для меня, а для себя. Ладно. Беги к своей Гваделупе. Если тебя тянет на тезок убийцы твоего брата. Почему здесь нет ни одной фотографии Гваделупе? Росалия? Что с тобой? Что случилось? Лулу. Лулу. Я звонила начальнице тюрьмы. Какой? Где содержали эту змею? И что тебя так встревожило? Ее еще не взяли. Но... напали на след. Прекрасно. Ее скоро посадят обратно. Нет, нет. Скорее всего, она поехала к дочери. Дочери? Откуда у нее дочь? Да, Лулу. Мне ничего не сообщили. Но у Гваделупе Сантос есть дочь от Эрнесто. Позвони домой. А ты смотри вперед. Папа, ответь. Мона Лиза? Папа звонил? Скажи, чтобы связался с нами, если позвонит, да? Мы уже объехали весь центр. Я позволю себе замечание. Только не волнуйтесь. Хорошо, говори. Я много лет работаю на Дона Панчо. Он пунктуальный. Но в последнее время мне показалось, что он устает на работе. С папой что-то случилось? Тише. Нет. Кабо прав. Возможно, ему стало плохо. Это с каждым бывает. Где нам его искать? Давайте поищем в ближайших больницах. Что с нашей бабушкой? Она подавилась и уже стала задыхаться. Скорая примчалась через 3 минуты. Вот она, бабушка. Бабушка, все будет хорошо, ничего не бойся, осторожней с ней. Дочка, мы чуть не потеряли нашу бабушку. Мама, не говори так. Они уезжают. Я поеду с ней. Я тоже. Останься дома. Нет. Сиди дома, жди нашего звонка.
Только один человек. Ладно. Панчо, дорогой, ты не мог бы отвезти нас с мамой в больницу? В общем... Спасибо, идем. Нет, я поеду в скорой. Я тоже? Нет, доктор разрешил только одной. Это не доктор, а санитар. Простите, вы уже закончили препираться? Едем, едем. Милагрос меня убьет и будет права. Ну почему в эту больницу? Здесь сразу просят показать кредитку, а у нас ее нет. Зато у меня есть ты. В каком смысле? Ты не мог бы одолжить мне свою кредитку? Я ее только покажу. Но я... Я тебя умоляю. Я сама все оплачу. Бабушка не переживет переезда в другую больницу. Просто не переживет. Хорошо. Можешь на меня положиться. Пусть они прокатают мою кредитную карточку. Спасибо. Идем. Бабушку уже повезли внутрь. Иди одна, а я машину припаркую. Подождите меня здесь, а я пойду и все узнаю. Нет, нет, я сама. Нет, лучше я. Кабо, оставайся в машине. Лучше бы тебе остаться с ним. Я переживаю за папу. И вообще, ты очень нервничаешь. Ну ладно, идем вместе. Закрой машину. Секунду. Стойте, вот он. Твой папа? Нет, его автомобиль. Идем скорее. Скорее! Гвадалупе! Гвадалупе! Я вернулся. Гвадалупе! Фильм озвучен компанией Intra Communications. 2005 год.